Всем привет! Сегодня у нас на распаковке очередная посылка с Китая, с сайта AliExpress. Заказывал себе, ну не себе, просили заказать сумку для планшета Chewy HI12. Сумка 13 дюймов у нас получается. Сумку зашла, сумка где-то чуть больше месяца, шла почта Нидерландов. Приступим. Вот такая вот сумка упакована. Еще такой пилетчик. Вот такая вот сумка. Она изготовлена из поролона. Вот это на ощупь поролон. Здесь ничего больше нет, никаких отделений. Здесь есть две ручки. Можно использовать как папку, можно использовать как сумку с ручками. Ну, получается как-то так. Сейчас возьмем наш планшет. Вот планшет наш Chewy. К нему у нас есть клавиатура. И попробуем вот все нормально по размеру. Если посмотреть, то по размеру все хорошо. Напомню о том, что 13 дюймов. Вот так вот закрывается. И вот такая вот тоненькая сумочка. Качество изготовления, я бы сказал, среднее. Сумки цена $12. Ну не знаю, адекватная цена, неадекватная для такого качества. Но все равно, если надо. Так вот берется, вот так вот несется. Такая вот была у нас сегодня посылка. Это получается чехол, наверное, сумка или как его назвать, для планшета Chewy HI12 или для любого другого планшета до 13 дюймов. Ссылки на товар размещу ниже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите отзывы, буду благодарен. Всего доброго, до скорых встреч!